пришел встретиться с Мангреном, кто знает. Ну что ж, вторая игра. Хорошие гейзеры. Попробуем закрабрашиться. Строим одновременно храм мастерскую. Ну и все, убегаем захватывать карту. Пойдем в центр, потом направо. И выиграем эту игру. Нам нужно подождать, когда будет двушка. Вот она появилась. Подключаем всегда под кратчайшему маршруту. Ведем священник, продаем генератор, он нам больше не нужен. Зато возьмем с него экстра штормпауэр. Продолжаем вести священника. Можно пойти налево, хорошие острова. Узмастер близко. Пора запустить апгрейд, чтобы он на нас не напал. Ставим генератор, чтобы защититься от разных неприятных атак. Делаем засечку, берем Ice Cannons, начинаем харасить големов. Убегаем. Так, появляются у нас Винтауэр. Делаем засечку, апгрейд делаем на Манувас. Продолжаем постить карту. Следующий апгрейд нам нужно будет сделать на Айс Тауэр. Делаем засечку. Берем Айс Тауэр для защиты. Сделаем апгрейд, пожалуй, на Man of Wars во вторую очередь. Ice Towers нам нужны для того, чтобы отвлекать арбалеты. Чтобы арбалеты стреляли по Ice Towers, а не по Man of Wars. Сами уходим захватывать правую часть карты. Апгрейд комплит, теперь берем Манувас. Как мы видим, у ветра нет никакого шанса. Ну что ж, мастеру закипел. Это GG, хорошая игра. Хороший ночной мидшторм. Продолжаем мы штормить разных игроков.